И всем привет, дорогие друзья, с вами Смея Димати Профь. И сегодня мы будем играть в Critical Ops в Gang Game. Давайте уж сразу зайдем, не будем медлить. Я уже одну каточку заграл, размялся. Ну, практически выиграл. Ну, я зашел раньше. У тебя 9 уровень, то есть М14 АВП. Снайперская винтовка. Вот, я только появился, но смог дойти только до ЮСПА. Это 12-й. Здесь сразу борются все за... Так, сразу минус 2. У меня уже петух. Дайте мне убить. А, ну вот, я, в принципе, уровень был только первый, поэтому красть было нечего. Здрасте. У меня уже калашик. Так, так. Акустик, тащи. Калашик, тащи. 26 патронов, нельзя перезаряжаться, не надо. Крыса. Но он еще был тем более с броней, так что... Только здесь, конечно, возрождение. Напугал, пацан. И чуть это самое. Откуда? Ты чё, хочешь спины? С дробовиком. Я ж стрелю, пиу-пиу. Блин. Придется с собой поиграть. Все, изи на ускоп. Я ж попал. Ну, блин. Ладно, пофиг. Он заходит вот на нашу базу. А, нет, не на нашу, а на чужую базу заходит. Ты... Как? Я попадаю? Опа. Ебой. Со спины. Бесит. Крысёныш, гадёныш. Маленькая поганая. Ножа убью. Угу. Найс. Блин, долго. Блин, за чувака уже М14 тоже дракон. Он у меня уже гоняет. Я же опсик, а у него на он начинается, а у него на Д. Зато сажал, да? Чё сказать? Зато уровень упал. Пора убивать всех. Пора заканчивать. Так, мне пора. До свидания, мне пора на работу. На работу в соседнее село. Ой, а чё, я какую чушницу. Так, вот сейчас у меня будет ЮСП. Если ЮСПа... Значит, так буду, и с резишечки тоже раньше. А с этого вообще не, ну... Вроде бы, когда я только начинал тащить, хочется тащить! Ура, ЮСП, все. У меня ЮСП в руках, я... Ой, как сказать... Всем, в общем, жопа. Да блин, он лол. Я в него 3 раза попал, как он не сдох. Пара-пара.
Ой, сажал, убили кого-то. Чел, у него экзишка. Все, есть на последнем уровне я. Осталось только без ножа. Мне это хорошо получается. Нет, мой билкил. 25 хп. Я с ножом. Ой, мой не били. Да блин, чего убил? Погоди. Успею. Есть. Обеда, без обеда. Обеда нет. Есть. Я еще до этого, я еще убил там нескольких челиков. Ебой, ну давайте каточка короткая, все получилось, так что сыграем еще 5 минут только вот, ребят. Так что давайте еще 2 каточки, ну 2, или не знаю, или 3, или сколько, не знаю. Быстро, потому что быстро заходим. Ой, хэт. Вот именно на этой карте я играл впервые. Ну, и тьфу, впервые. Ну, сначала размялся в гейм-гейме, вот именно на этой карте. Опа. О, опять этот челик. Лил. Ух! Что? Ребят, вы это видели? Я тоже видела. Два хп, два. Вообще двойки, пистолет тоже два. Сейчас просто свет выделен. Два, плохая оценка, ребята. Учитесь на пятерке. Черик, ты такой плохой крыса. В России есть Марино, Дэвид. Но... Бля, меня уже кто-то обгоняет, я на 4-м месте. Бля, убил только что его. А, не его. Нет, не его, не его. Топ какой-то был! Здоровяка вообще не умеет тащить. Так, ты за 3 хп, я его рашу, нравится, и меня убивают. Да. А откуда у него, уже сами такие оружия? Блины, крысы, да достали уже. Весь сервер у вас уже не любит эти крысы. Блин, такие, такой, ну. Да ё-моё. Я ж сколько в него патронов с АУГа выпустил. Так, если мы только не поддавайтесь там. Ассист. Со спины. А! Моя грудь. Я! Злона, ну закрыл это уже Британ. My father is dog. My mother is sister. Ладно, давно вроде бы выпущено было. Пародия на мокрые кросы. Чё-то клопот. Вы тоже любите пародии. Чё-то клопот со стати лайки. А я пока тут разношу. Так. Чельки, я тебя видел, да. А, как я его убил? Ребят, мне кажется, я даже на него не попал. Ну, немножко считерил это. Простите меня. One tap. Ох, уже их диссишка у чувака. Да как и я опять на 4-м месте? Я уже на 4-м месте, а? Почему четвертая? Почему не третья? Почему не первая? Я ж так стараюсь. Но меня убивают со спины эти долбанные крыски, лариски, киски. Кто дойдет до последнего уровня, того убью. У кого последний уровень был? Ну блин, ну почему он выиграл? Ну я был на 2-м месте, ой, то есть... Давайте еще одну каточку запишем, так, для прикола, или все, или заканчивать. Не, конечно, еще одну запишем. Все, давай, я быстрее уже выходи на экран этот. Долбанный. Я еще на какой-то статус смотрел. Ладно, пофиг, давай, быстрее. Куда я без дрели не пошла? Я это вырежу.
вырежу. Надеюсь, я это вырежу, не знаю, кто. Так, гангейм. Все. По привычке зашел случайно в обезвреживание. Найс. Че, к этому сколько было? 4 хп. Слона на заке. Опять этот лил. Надеюсь, не будет этот чувак, который... Сколько хп у него? Вообще, Люмпумбл, он не такой нуб, ну ладно. Потому что он нубски играет. Ой, на 10 месте я красавчик. Ой. Почему? Весь сервер забит опсами. Вот кроме вот этого челика и Люмпумбл. Блин. Ты как? Ты попал? А? Найс, а сейчас опять буду на последнем месте, потому что не логики. Критика жестко изменили. Теперь убивает не с 2 патронов, как всегда меня убивали, когда была еще старая версия. Теперь убивает с 10 патронов. Со всей обоими, точнее. Угу, вся моя моя 30 стандарт. Ну, у Вектора там, к примеру, 9-6, вроде бы. Неважно. Блин, вот в Академии добавили Вектор. Или еще какие-то оружия. Или вот 6, или вот добавить дробовик. Да почему? Я стреляю по одному, он в защите. Потом я отхожу от него, у него выбирается защита, и там разрезается еще один чел. Откуда у него М14? Вопрос. Эй, читер, читер. Он читер. Так, давайте посмотрим на его статы. Господи, он вообще такого не достиг. Фу, читер, бан. У меня только дробовик. Ай. Я по-другому играю, или они просто читаки. Это челик все киллы крадет. Маленькая, поганая крыса. Ой, мама. Все. Убили двоих. Прям командная работа. Тимка! Ну блин, пятое место. Конечно. Господи. Фух. Конечно. Coalition wins. 13 минут. Ладно, ребят, давайте будем заканчивать. Я потому что буду редактировать видео уже. Получше буду редактировать видео. Так что давайте, у меня будет не будет грузиться. Так что давайте, ребята, все прощайте. Всем пока, удачи, хорошего настроения, хорошего лета. В общем, пока и удачи, с вами был Димаш Профик.